Ну что, welcome на наш стрим. Мы продолжаем дрон против GMG и 1-0 пользу дронов. Сейчас они располагаются на слотах легиона и посмотрим, смогут ли они затащить следующую катку и выйти уже в следующий раунд. А ко мне сейчас присоединится Пегас и Тенди. Привет, мужики. Здорово. Пегас у нас убежал хавать, поэтому, скорее всего, он чуть-чуть попозже подойдет. Ну как, ты смотрел прошлую игру? Нет? Концовочка. Концовочка была, конечно, веселая. Я там... Ну, мне написали, что третий байбек сказал от свифта. Ну, ничего, бывает. Нормально. Нормально. Не все знают тонкости этой игры. Да, теперь ввожу новые темы в игру. Так, первые баны. The Madman, Swiftblade, Glacius и Ктулху. Это прямо, когда Glacius'а банят, был такой намек прямо на паразита. Вообще, это респектуха бан Глациуса. В последней игре меня там чуть-чуть айтем билд Свитблейда смутил. Я там не заметил, зачем ему нужен был ноль фаер. Там, в принципе, не было необходимости его тарить. Я вот просто не заметил, что он продал во время тимфайта. А, я вот это не видел. Там же у него слотов не было. Ему надо было что-то продать и что-то оставить. Вот, а рунит у него был? Нет, рунина не было. У него был... Башер, Генжура, Фаербренд. Башер, Генжура, Фаербренд, Фазы, Владимир. Да, Фазы, Владимир, и вот 0 фаер он себе притащил. Скорее всего, Фаербренд он продал. Лично мое мнение. Вот. Ну, конечно, это был очень большой провал так. Подставить Ревенанта, который там в одиночку пытался с Бушваком подраться. Вот такие вот пирожки. Ну, снова у нас у GMG Ревенант появляется. Нравится им играть с этим товарищем. Ревенант вообще классный персонаж. Мне, конечно, больше нравится там в роли какой-нибудь соло изи. Сайтовыми он делает больше грязи. Это точно. О, респект бан Лодстоуна. Никитон негодует. Лоди Стони. Не, Лоди Стони в этой игре отыграл вообще просто отличнейшим образом. Да, там 5-1-12. Результативно. Да, Никитка запотел. Наверное, во время паузы пошел там пот вытер или в душ сходил. Так. Вот сейчас я вижу то, что команда ГМГ дает тот самый пик, на котором команда Дрон и выехали в Gold Division. Это их любимый Маликен, Имба Рапса, Паразит, который будет паразитировать и терроризировать всех. В общем, не знаю, ребятки. Думаешь, прямо это зайдет? Да, думаю, зайдет. Помню, первый раз Маликина, отличную сторону Маликина показали ребята из команды Санс, да, Сансы. Да, показали Маликина, когда против котов играли. Когда FF на Puppet Master с трех ударов там уходил в таверну. Ну, в принципе-то, Маликен за счет физармора он непробиваемый, а там есть у них Ревенант, как бы, сделает их великими магдамагерами, как один из вариантов его убивать, если он не успеет БКБ собрать, я же там видел, сперва Маликена что бил, там, Инцинитариусы, Висперинги, Костыли, и только потом уже БКБ. Да, типа... В принципе, никто же не выходит там сразу, Костыли, оп, на БКБ. Ну, такого... Ой-ой-ой, вот. А, вот он, секьюр от Magic Damage. Ну да, поставили жирную точку ко всем нашим вопросам сейчас дроны. Это я, насколько помню, Никитон, честно, не будет. Харду стоять. Да, мне тогда не понравилось, помню, я как смотрел их игру, там, с кем? С Глациусом, что ли, против триплы стояли. В общем, суицид просто был. Дикий слив. Ну да, такая лайна, не очень сильно. Ну, Глациус же резайн против Папита еще какого-то рейндж-саппорта. Ну и что, они там нафидели? Конечно, нафидовали, там еще лесник, по-моему, был. Понятно. Ну, в общем, все пошло не по плану. Вообще не по плану. Ну, я сколько раз видел, даже один раз смотрел какой-то стрим, то ли Злапида, то ли еще кого-то из интовиков, и там Бокси играл на хардящем Джеризайре. Там и он купил себе сапожок, и ему натарили веток. И он пошел там какого-то кэрри просто избил. Так, удивительно. Привет тем, кого не видел, кого не слышал. Привет. Здорово.
Фараон. Кстати. В той, кстати, игре я очень хотел, чтобы Жера был в миде, а его поставили в суицид, может быть. В этой игре что-то поменяется. Ну, смотри, если Archdevil будет играть на... Это этом... будет очень классно. Но он типа мидер. Да, ну, не, ну все, тут уже реально понятно, когда пикнули Фараона, тоже было уже сразу ясно то, что это на будет... На те же грабли не наступили, видимо. Не понравилось, наверное, отхватывать на хардлайне. Наркледик, по-моему, не best choice против Маликина. Согласен. Что-то, мне кажется. Надо было что-то рейнджовое. Возможно, но опять же. Ну, посмотрим. Того же бушвачка, может быть. А почему нет? Почему, почему никто не пикает Кланкса? Он же такой классный. Ну... По-моему, best carry. Энхон. Как сказать, что в нем хорошего? Ну, скажи, в чем в нем такого, чтобы его пикать? У него крутой вертолетик есть. Ну, Дарк Леди, Блинк. Ну, Дарк Леди, да, если есть. Ну, Маликина меч. Так. То есть тут этим ты не убедишь. Так, ладно, у него крутая ульта с молниями. У него есть гранатки. Ты хочешь сказать, что фирма Маликина или ночь ДЛ получше? Которая дает ему 60 армора, дает рендж. Он на 30 секунд. Какой-то демон злостный. Плюс еще эфиряет. Ай, короче. И плюс еще косаный бьет как. А у Бушок вообще ульта настакивается физикой и подсвечивает пацанов. И вижен дает, да. Я вам предложил. Все, отказались. Не мучайте меня. Можем еще и по первому скиллу разобрать. Да. Ну, первый скилл у него, конечно, вообще не очень. Здесь я просто снимаю перед вами шляпу. Ну, так. На самом деле... Я рад увидеть Фараона. На самом деле, мне нравится этот герой. Там, в компетитив он редко заходит. Так, но... хочу посмотреть сетку. Когда будет играть Валентин? Опа, Валентин не будет играть. Он проиграл... Welcome to Silver. Он проиграл Дрон. Команде, которая за Легион, да, сейчас играет. Дрон. Он вчера, не вчера играли, по-моему. Я в этой игре, на самом деле, очень хочу видеть Дарк Леди без Рунина. На Энерджайзере, Фаербенде, Фазах и идти убивать их. Ну да, на самом деле в 4 милишника они в ранней игре довольно-таки слабее. Да, нет, это пик очень классный на самом деле на раннюю игру. Через Магмуса, Бабблса и Ревенанта. И плюс Дарк Леди, она тоже на Фазах уже убивает. Если она еще будет скоростная, там Саша Яша какой-нибудь. Владимир, Энерджайзер, ну без Рунина. Да, в принципе, и импас добавить демедж. Просто идти и манапить их. Маликин-то все равно слаб будет. Он не такой сильный, как и Дарк Леди с двумя айтемами. Да, Маликин выйти посильнее будет. Плюс дэмэдж и скорость атаки будет security impact, поэтому вообще там без вариантов. Плюс идти, я давить. Уверен, Фараон будет контролить все эти передвижения. Ну, Фараон... А тут в принципе-то под Фараона, кроме Маликина, никого нету, и то Маликин с ними расфармленный. Особо-то ничего не валит. Да, ДПС там особо не внесет за эти... Да, если три пацана... Секунды. Если три пацана... В этот зайдут в коробку от Фараона, туда еще. О, там... ну это ты уже рассказываешь сказки. Ну там еще пацаны, знаешь, типа этот станет туда Джера и такой думает, блин, а на кого что вешать вас так много? Рампага от Джеризайна. С первого скилла, там вся команда в коробке фары. Ну как раньше медок, это эти, когда в пабе катали Same Heroes, когда брали легионеры 4 Джеризайра. И там кто последний дает хил, тот и победитель. Тут получает все. Так и никто не дал хил, легионеры отдали GG. Легионеры отдали, игра слита. Не, да, практически моментально давались хилы просто. Не, какой-то пацан репел кидает на него и все. Хилится. И все. Хилимся, живем. Кажется, Никитон будет сейчас заомнен. Что-то мне вообще не вижу. Значение Фараона вот. Прокачкой Hellfire, не знаю. Я, в принципе, думал, что как контра он может взяться чисто потому, что у него есть мумии. Там сложно будет Дарк Леди въехать. Ну, просто вот, да мне даже этот Hellfire на первом левеле немного смущает. На уверен в себе, Никита. Много уверен. Бесполезности. 9 тангусов дают уверенность. 9 тангусов показывают, что ты бессмертен. Сейчас Джера будет получать. Тяжело, но... Че, в хую кинул на себя баф и в итоге крипает. Да, в итоге один раз только бахнул Джерику. Так, Bubbles получает по голове от Рапсодии. Bubbles, кстати, не так будет тяжелее, как Никитону. Никитона там уже давят. А куда Ревенант свалил?
Никитона избивают. Кстати, Никитон тут нормальные импаски. Хеллфайром он посильнее чуть-чуть оказался. Да, Линк не такой был сильный. Он еще и, смотри, одного крипа забрал. Лол, импаска, то что? Вернись. У него преимущество просто сейчас в два рейнджовых крипа. А ты говорил, Баблсу здесь будет легче. Вон, смотри, как ему нормально рапсодия по голове стучит. Да, на самом деле Баблс может не бояться и побить ее тоже. Потом они разменяются. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, сейчас сейчас импасочка поедет домой. А нет, не умрет. Вот если бы не было еще рейнджового крипа, и крипы бы сагрились бы на импас после мумий, был бы шанс там ее убить. Он просто пользуется тем, что он отводил крипов на себя, настакал большую пачку. Так. И вот сейчас он, кстати, за это умрет. Нет, вот смотри. Он умрет за наглость. Да, умрет. Он просто за наглость умер. А, на самом деле, он неплохо сделал тем, что настакал большую пачку. То есть размениваться с ним никто, ну, было невыгодно, что импай что делал, потому что агрились крипы, которых у легиона, со стороны легиона было больше. Ну, как бы, наглости нужен предел тоже. Ну, сейчас... Тем более на харде. Я буду называть это Казандар Стайл. Наверное, самый наглый хардлайнер, которых я когда-нибудь видел. Ну, в свое время. Сейчас же он мидер. Если я не ошибаюсь. Да, Даня? Он же мидер сейчас. Ну да. Когда он играл на Мэдмене, его наглости просто не было предела. Просто лез вообще в гущу сражений. Ну, вот, за Мэдмена так и надо, в принципе, агрессировать. Ну, не настолько же, что... Да, опять же, например, смотри, если фарм будет агрессировать на эту импатку, он будет стрелять Даркледи, стягиваться, там, отвлекать ее всячески. Ну, сейчас так-то уже Дейл на сапогах. И там, если будет очень долго фарм кружить с импаткой, то может и снова откинуть ласку. Юнта Пауэр. Просто вот. Сейчас еще может тяжеловато, но на четвертом левеле, когда замедление будет, я думаю, что фараона, еще если он мумии ошибочно поставит, будут забирать. Нет, мне кажется, сейчас фараон может пойти на импатку и побить ее. Побить ее, да, но убить не. Как бы тут... Дарклейди нету, в принципе, замедления. Он, да, он просто потерял вот это вот преимущество. Того, что он прогрел хорошо пацанов, он Дейл вообще без хилок оставил, но он понаглел слишком и отдался. Вот если бы он не отдался, а дальше просто продолжал бы стоять, отхилился бы свои красные, то как бы он был бы просто уже сейчас четвертого, как минимум. У него было бы больше преимущества над ребятами. Как бы мог бы он линию эту, ну, не выиграть, но очень достойно отстоять. Да, не, в принципе, и выиграть ее, там были варианты. Ну, Дарклейди не было щитка на тот момент. Да, при наличии ошибок мог и выиграть. Это так дело такое, ну его, редкое, но возможно. Ну его за наглость все равно наказали. Он может наказывать, то есть как бы. Сейчас смотри. За счет Hellfire. Будет отвод делать эмпаска. Немножко будет некомфортно фараону. Гектарты же с хую могли, хотя бы, не знаю, железайна, может, на бобры что ли развести? По-моему, это, стартовый он с тремя бобрами пришел? Да, он с тремя бобрами как стоял, так и стоит. А. Да что-то его ревенант не особо там харасить собирался. Где-то он бегает, тут непонятно. Он, например, там 4 крипа убил, это... Чё-то я вообще не понимаю сейчас, какие-то мувы от ревенанта, а вот... Он пришел, получил по голове от паразита и все, вот. Вот его. Хорошая затея. Баттерфлайер. Ревенанта не стоит на миде, я не знаю зачем, может, как бы там хотят. Ревенанта на самом деле мог бы пару мид сходить, убить этого фараона на топ. Либо уже помоги точно Джеру под тауру загнать, либо уже иди роуми. Ну, все-таки. Либо он бегает просто, ну, от иншей до нижней руны. От вражеских иншей до нижней руны, туда-сюда. Ну, вообще не вижу необходимости. Так, Магмус, хасту. Хаста на Магмусе, ну все, это должен отъезжать фараон. Да, фараона сейчас. Да и так, мне кажется, фараона бы убили. Правильно, СС-а не было. Да нет, СС-то был, он собирался отходить, но его импаст. Ну так бы это было бы очень долго, там на самом деле Дейл уже осталось без маны, без сайленса, там пошли бы купола, Hellfire, красная хилка. Сейчас надо в хую залечить левел, и можно идти гангать. Просто. Мне кажется, даже со старта можно было оставлять Магнуса один на один. Вообще легко.
получить там, ну, второй левел, какой ему нужен? Ну, типа, есть инвиз, есть первая тычка. Гангать. Ну, второй у него и был. У него давно уже второй. Симпаткой бы этого фараона бы загнобили. Дарклейди бы фармил. Да, печально, конечно. Сейчас обстоят дела у фараона. Либо же вообще подойти там к бабу, например, и Рапсодия, когда будет размениваться, убить ее. Ну, Рапсу, да, Рапса в любом случае наглеет со своим станом. И разменивается с бабусом. Ну. Что-то Рапса забыла. А. Нет, не забыла. Уже думал, где пул, где стак. А. Ничего не заблочено. Бабуса вообще можно просто поставить. Там 3 икс, так? Уже и так на пуле есть. Ну да, я посмотрел и понял, что... Она спуливала, что ли? Даркледи взяла фазы. Цепляется. Ну все, фараон теперь просто не будет подходить к крипам. Че у нас? Хотя не будет подходить, они линию сильно пропушили. Че, у нас очередная терпящая катка, что ли? А, ну посмотрим. Не, мне кажется, Даркледи сейчас на оверфарме, Магнус на оверфарме. Сейчас, ну, в любом случае, ранее преимущество будет за ГМГЭ, просто если они его используют, то как бы закончится игра, может, и на 15, если они... Энергайзер даже... на Даркледи, Дайгер на Магнус. Ну, просто, ты прошлую игру смотрел, как пассивно они играли? Нет. Ну, вот если они будут играть так же, поверь, это далеко не 15 минут. Это будет 40-минутная игра. Да. Так, смотри, баб. По факту, у дронов 3 бесполезных героя в плане дэмэдж дила. Джерезайн, Фараон и Рапсодия. Ой-ой-ой, хорошо, ну, нашли. Кстати, стак маленьких крипов сейчас. Ребята, не совсем бесполезно, смотря в каком раскладе. Так, будет цеплять. Малюкен, Фирит, Магмуса, и это минус Магнус. Минус Магмус. А вот этого пацана почему бы не забрать? Магмус без второго спыла даже на единичку. Ну, Фараон теперь по КД отъезжает. Никита опять решил в таверну у нас прилететь. Чекуем, так интересно, что даже без второго спелла играет. Непонятная Дарклейди, да? Непривычная даже. А, ДЛ без второго спелла? Да. Это для меня что-то интересненькое. Ну, у нее... А я на 2 беру всегда. Ну, там, знаешь, на раз, на два это уже выбор каждого, скажем так. А но... смысл от него на раз? Да, но все равно на 2 секунды замедления, это как минимум еще по 2 лишних тычки от тебя и саппорта. Если на единичку так. Сколько он там? 75, по-моему, дамажит? Или меньше? Да не в дэмэдже дело. А? Дэмэджи можно закрипаться удачно. Ну да. 60 дэмэджа на этого мало, 90 другое дело, плюс 3 секунды замедления, не 2. Ну, тоже такое. Ну, в любом случае он должен быть. Замедление должно быть. Как бы без замедления. После слоу делается акцент на первый спелл. Больше сайленса, больше дэмэджа. Так, Маликен у нас сейчас заберет тавер. Бабблс ничего ему не может предъявить. Кстати, можно Бабблс убить, он же серф потратит. Он сейчас его и так просто запинает. Запинает. Ошибка, конечно, от миксера. Зря он. Не пытался пропиться, у меня там... А, Линготок, ну да, не сильно спас бы. Так, мистер Фараон. Пропалил контору, то что здесь импаска лазит. Доминатор на Маккене. Whispering Helm. В принципе, маленький нажим может что-нибудь зафармить. Маленький спокойно может устраивать там веселухи, хилиться, жить. Нужен 6-й левел для фараона. Так, все пока неудачно у него складывается. Сейчас его должны убивать. Вот. Импаска. Я что-то не понимаю. Нет, он слишком на большом расстоянии дал. Да хорош, у него есть прокатка, которая у него прокачана на 4. Они должны были спокойно этого фараона сейчас убивать, пока он 5-й левел. Да, есть ли вообще смысл прокатку это максить? Вот я не игрок на ДЛ, честно. Дань, ты мне скажи. 70, на каком левеле? 75. Ну вот на 8 он даже пускай ее максит. Нет, на самом деле ее на 2 достаточно. Ну просто да, КД меньше, но так спида капля добавляется. Там расстояние тоже не так значительно. Так. Будут убивать? Нет. Расстояние там особо не меняется. Халло. Ой, хорошая стенка. Да, но под фаером, да, убьют все равно фараона. Это как я качаю вот на Даркледи. Ну, второй скилл, потом на раз блинк, второй, и дальше акцент идет полностью на первый. В принципе, вот этот маленького расстояния его вполне хватает. Конечно. Скорее всего, фараону надо... А, это будет с рунидом Даркледи.
Рунит. Срюнит. Рунит, друнит. На экзарте, скорее всего, скоро дагер будет. Ну, похиль ты крипом. О, есть. Есть же. Ну, кстати, у... Кстати, хила нету за станлок, можно убить. А, ульты нету. Интересно, куда экзарт ульту потратил. Они этот стак забирали, ход дела. С ультой его. Да, наверное, на боте он тот трипл. Все-таки Дерк-леди. Не знаю. Можно было что-то и поактивнее. В принципе, рунит будет в минуте на 14. Если вышку заберут раньше. Но мы не забываем, Маликин-то тоже у нас фармит. И довольно-таки неплохо. Ну так там даже побольше ДЛ фармит за счет двух киллов. Киллы вышка. Ну, кстати, смотри, фараон у нас апнул 6-й левел. Пока. Ну, экзарта. Реализация пока будет. Должны, по идее, кого-нибудь. Не знаю, чем вообще вот, как занимаются такие игры, как паразиты и джеры, я за ними вот не наблюдаю, а вот. Они просто стоят. Ой-ой-ой-ой-ой. Ревенант. Все, все. А дихил? А, я понял. Ага. Джера слишком долго ждал. Да. Ой-ой-ой, как отлично играет! Гетона. Так. Быстро убили ТДЛ-ку, надо убивать так же МПАС-ку, как же больно. Ну, так-то неплохо фараон успел дать ульту. Это сейчас еще и хуё отъедет. Да, можно и баблица найти, ботинок ни у кого нету. Катапульта. А вот. Не, вот они, тапки судьбы. Просто отличная игра сейчас от фараона, как же он все сделал грамотно. Ну там на самом деле Джера немного запоздал. Нет, он там, мог, а, там... Он до прыжка ДЛ мог похилить фараона. Там уже пол хп снесли. Он мог похилить, он чего-то ждал. Стаки сейчас забираете, Дракледи. Ну, да, это такой момент был неплохой. Спасибо, а был бы рунит бы, о, Энерджайзер у Дракледи, а не рунит, то они бы уже бы пошли с этим даггером и убивали, а не их. Ну, тоже такое дело. Эти моментики. Мы, уже по прошлой партии поняли, что эти ребята предпочитают долгий глубокий фарм. Теперь еще и вестменты, то есть это вообще забей. У кого? Ну да, это уже рунет на 16-й. Да. Нашли паразита. Ну да, этот парень должен. В 4 тела. Не знаю, что он там забыл, когда вся команда была где-то в другом месте. Сейчас еще можно, в принципе, и Джеру было убить. Чуть плохо. Да не, ну, репел ТП. Уж никто не собьет. Человека-кот. Почти дособирал уже Маликен. Руку. Руку? Ну, армлет. А, там осталось. Это маска вообще, а не рука. Там осталось совсем чуть. Я подумал, да. Метаж какой-нибудь. Инсанитариус, а чё, ну, видишь руки, он в доте изображался, по-моему. Ну, он до сих пор там в виде руки изображается. Я просто подумал, как ты сказал, рука, это Метаз какой-нибудь. Не-не-не-не, ну, он выходил там уже, с тем став лежал уже давно. Так. Может, это инвиз, зашел с инвиза, сделал тычку, фир, инициировал. Так тогда уже дагер покупать, что тогда уже думал. Чем дагер, когда есть меч? Так дагер, ульту, 2000 и меч. На бэк. И убегать. И меч на бэк, да. Пацаны, я пошел. А то ТДЛ-ка салит. Салит. Маликин-то. Тот еще нюкер. Под сайленсом. Вообще беда. Ой, фараон улетел в ревенанта. Ой-ой-ой, первый пазл бокса-то есть уже. Ну, да. Магмус кастует ульту. Рапсодия, живи! Отличный тимфайт сейчас будет для команды. Дрон. Да? ТДЛ-ка. ТДЛ-ку наказывать, Маликин. Маликин. Ну, плохо, двоих забрала, да, и ушла. А тут паразит у нас воюет с Баблсом. Че, не убьет, что ли? Меч кладенец. Ты спрашиваешь, можно ли коин его рунит, чтобы убивать? Кладенец. Кладенец. Да, ну ты че, богатыри же. Меч кладенец. Не знаешь русскую литературу, что ли? Ай-яй-яй. Не забываешь, я хохол все-таки. И что, книжки читать кто будет?
Да я читал. Как же русская литература? Это не освобождается от обязанности читать книги. Меч Богемец, это же главный сворд. Сворд прямо, это как Экскалибур. Это как рапира. Про Экскалибур читал. Как Экскалибур короля Артура. Так. Рапира Алексея Поповича. Ну, вот так оно и будет, ОДЛ сейчас. Кливер на 16-е принесет на 17-е. Говорю, ей ничего не мешает. А, еще и ТПшку купила, но долго будет это все. ТПшка-то да, отложила прям. 100 монет. Ну, я тебе скажу так-то. Без ТПшки вот сейчас. Ой-ой-ой, ошибка. Мистейкс. Там, я так понял, нет, не Маликин собирался ТП сделать. Ну смотри, теперь Дарк Леди. Теперь Дарк Леди говорит, давай подеремся. Тра-та-та, закрывай ее. А кто там ночей едет, по-моему? Там еще Хеллфайр так подло, не попал. Не смог. Ну да, он доставал через раз. Не, а с другой стороны, там тэпался же резайн, чтобы они сделали. Ну там Магнус тоже был. Сейчас, по идее, Бадян должен собрать себе этот Шранкин, у него 500 ГПМ. Да, плотники маленькие. Неплохо два раза пришел файт. Так иди проверь их эти стаки, ой, красавчик. О, есть контакт. Да, и даже эту ульту проюзал. Как же он, кстати, быстро их забирает. В принципе, не жалко для того, чтобы быстро забрать иншей. Да вообще не жалко, чтобы не забрали его. Да и тем более под хостой там побегать, тавр забрать на мидлайне. Чем тавр на боте не пошел тушить, я не знаю. А он на мидс к ребятам. Ну, арканы дадут, мана будет, в принципе. Ну да. Так, все тут у нас закупились. Так они так-то их дефить никто не будет, будут сплитать. Магнус вообще в лесу, он там 11 сплит. Вообще, если учесть то, что тут шара малит. Весь прокаст Маликин, да, у него тут, по идее, нет ульты, меч, КТ, надо было делать ТП и забирать, скорее всего, его. Ну тут, если так вспомнить, то что есть Рапсодия и Джера. Магмусу просто вторая ульта нужна, чтобы вот за станлок хоть кого-то паразита Рапсу могли и Джеру сразу убить, потому что... Ну, Параза это левел 2 кодекс. Чё ты этот? Может позлы? Блин. Позлы. Я тебя буду настаивать. На чем? У меня это на кодексе? Кодекс, да. Иди продай. Кстати... Так-то нормально напихали. Ой, фараон, влетает Магмуса, который раскатывал ульту. ДЛ ночь. ДЛ ночь. Сейчас будут забирать. Отличный фир, и это минус Дарк Леди. И минус импас. Вообще ничего не могут противопоставить. Вообще. Мучитель просто выжигает. Че это было? Как он не заставил-то этого? Маликина. И это минус сторона. Маленький же под рипелом был живет. А, под рипелом? У меня просто не отобразился, походу, рипел. Им надо вообще было по максимуму форсить эти тимфайты, там, сплить через Магнуса Дарк Леди. Ревенанта хоть как-нибудь. Вообще нельзя драться, пока не появится Шранкин. Ой-ой-ой, как же быстро казарма без. Байбек, кстати, от Коэнга. Коэнг, байбек, но тут Бабблс еле-еле-то выжил у нас. Ну, я не знаю, был ли смысл этого байбека? Байбека нет. Сейчас никого не зацепят. Если сейчас никого не зацепят, бессмысленно. Еще и Маликин мог врываться и бить. Ну, фира да не было. Ульта нету, репела нету. Ну вот сейчас. Да, продолжает. Та-та-та. Еще и ТДЛ-ка получила по голове. Ну сейчас уже какой-то, знаешь, такой файт. Больно этого меча. Про игры идет помаленечку. Да, тут уже каждый поодиночке отдается. Да не помаленечку, я даже сказал. Уже 9к преимущества. Так байбэк слили, сторону потеряли центральную. Ну да, ребята уже уходили, они пошли еще вдвоем отдались. Ну и дроны сказали окей, гоу. Так, а первый у нас кто выиграли? Первый дроны. Дроны. А, то есть это будет 2-0, да? Да, если они выигрывают сейчас, это будет 2-0. Рунит. Рунит. Она должна была уже сплитить тогда. Был бы на джазере, окей, тогда идите пиков эти, а так только сплит. Ну им надо понимать то, что в файте 5 на 5 им будет очень сложно из-за рапсодии же резайн. Ну да, так-то... Джера дает ульт, и все. Так-то Маликин 600 ГПМ. Дэмэджа даже магического там пока настолько мало, что никого не могут забрать.
Так, смотрите, у с одной стороны же Резайн, с другой Рапсоди, то есть это иммуны по всем параметрам, физически. Ну так да, как... то есть если хоть кто-то из них ультанет, уже проблематично там провести спокойно. Маленький сейчас вообще дэмэдж будет. Ну да, убивать. Райт-кликом покупает себе Деймоник, Маликенчик. Третий пазл бокса уже у Паразита. Классно сноуболится Малики на дронах. 600 на Маликине очень даже неплохо. Да, это вообще замечательно. Там тем более, когда в тимфайт ворвалась ТДЛ-ка, ее сразу на нее заагрились и выжгли ману пазл бокса. Там, да, она пока Фири бегала, это хватило, чтобы там все повыжигать. А Маликен криповый, эндшейк криповым стакал хоть раз? Да, так. Да? Баблса, ворвались, а у Баблса серфа нету. Маликен. Ну, это наказание за фарм серфа. ТДЛ-ка. Что? Ну что, они будут в Никитона? Это лишнее, не надо, не надо. Конечно, 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 сейчас зафирит Маликен. Какого дэмэджа? Боди. Да, Боди немножко переиграл себя, но тут его, конечно, сейчас... Можно пятерых убивать. Да, под репелом просто минус. Че, это у нас... 30 армора у Малия, тут забей, Драклизи ничего не делает. Вообще ничего. Да, это мы на самом деле. Просто... Там просто репел и все, он стоит просто на третьих хп и лупит все, что движется. Планинг фаза была слабенько отогнена на самом деле. Можно было и получше сыграть. Так, идите забирайте Кангора. Кто пошли? Не, ну все было еще более-менее неплохо, но до первого файта, вот, по-моему, там на топе. Вот с этим файтом просто сразу все стало ясно, как... Да. Это и дела. Это точно. Что у нас в 18.00 ожидаем махач наших титанов? Это минут через 40, я думаю, начнутся сдавать. Да я думаю, ребята и пораньше начнут, если все будут онлайн. Кстати, кого вы поменяли на Моржика? Я слышал, Морж свалил отдыхать в Египет. КГЕ. КГЕ. Морж там грозился играть из Египта, не? Не знаю, не знаю. Maybe. Ну, ладненько. Что я могу сказать? У нас дронов я поздравляю. Красавчики. Да, достойно. На уровне. Да, на уровне. Да, вторая игра вообще так уверенно была. Действительно, они выехали и выезжают в следующий этап, где их будет ожидать... Кто их там будет ожидать-то, кстати? В следующем этапе? По-моему, вот пара... Победитель пары ЖК к вам. Да, это будут ожидать победители данной пары. Вас, дамы и господа, я приглашаю послушать музычку, и мы скоро продолжим. Вы, ребята, тоже там по настроению, если что, можете пока сказать что-нибудь. Типа Тенди скажет любимому капитану Александру Моржику передаю привет. Дай бог тебе здоровья. Казандар уже поставил свечку. Все дела. Ну ладно. Благополучие. Да, благополучие. Вот. Даня, спасибо, что отстримил эту игру. В следующей игре я тебе желаю удачи, чтобы все сложилось. Также удачи мы пожелаем в следующей игре GK. Ну, а Глеб, я тебя попрошу остаться. Скоро, да. А вас? Я попрошу остаться. Да, а ваш тебе. Вы, Глеб, остаетесь. Да, я попрошу остаться. Ну что, ребята у нас пошли на отдых. Вы тоже, дамы и господа, оставайтесь с нами. Мы покрутим музычку. Может, что и интересное будет. Не уходите.